А вы знали, что можно приобрести квартиру на Пхукете с 50% скидкой? Объясняю схему. 50% от стоимости квартиры вы берете в рассрочку, а остальные 50% вы берете в ипотеку от 3 до 7% годовых, в зависимости от количества лет. Максимальный срок 5 лет. По итогу ваша квартира может сдаваться в аренду, и вы можете получить квартиру за 50% от стоимости в самом центре Лагуны. И у нас есть 3 проекта, куда вы можете зайти с максимальным выгодным входом. Это проект Sky Park, Ангсана Ocean View и Лагуна Lakelands. Мы сейчас около подъезда первого здания, который уже построен и запущен, и люди уже живут, радуются жизни с видом на море и на лагуну. В стройке еще будет 2 здания, куда можно зайти в стройку. А в стройке это всегда хорошо. Это цена ниже и есть время, чтобы расплатиться. Ипотека действует также на элитное жилье. Сзади нас комплекс Ангсана Ocean View, и у нас есть очень вкусное предложение с возможностью рассрочки и ипотеки. Ты живешь в своей квартире, просто представляй. Ты живешь в своей квартире и можешь пойти в отель. У тебя есть membership этого отеля, есть скидочная карта во все рестораны и также на гольф-поля. Я сама лично проживаю в районе Лагуна, хотя это на самом деле не район, это имя застройщика, но у него столько больших проектов, где люди живут в безопасности, в удовольствии и в красоте. У нас есть пешие прогулочные дороги, мы можем пользоваться всеми услугами отелей. Проживая в Лагуне, у вас ежедневный зрительный оргазм, потому что вокруг только красота. Да, это стоит того, можно заплатить немалые деньги, но в нашем случае вы можете заплатить чуть меньше, чем все остальные, потому что есть ипотека. На Пхукете более 8 школ, и это только бренды. А сколько филиалов? И сейчас позади нас находится школа Head Start. Основной корпус находится в центре острова, а здесь у нас филиал. Филиал на Бангтао. Наверное, я вспоминаю свои школьные годы, первый класс. Я не хотела идти в школу. Мой ребенок бежит в школу. Это рай для детей. Автобус вашего ребенка отвозит в школу и привозит домой. Это очень удобно. Поверьте, с утра ехать вот это вот в школу. А представляете, в России это еще зима. Вы собираетесь, едете, господи, как вспомню, так вздрогну. А у нас вечное лето. Ну, например, что касается проекта Clover, который по соседству находится со школой Head Start, это абсолютно умная затея. В пешей доступности ваш ребенок может дойти до школы. Виллы они строят очень быстро. Год назад здесь не было ничего. Сейчас выстраивается вилловый поселок. Таиланд, он такой разный, удивительный остров. Сейчас мы находимся в Royal Phuket Marina. Это тайская Монако. Здесь у нас самые красивые яхты, концентрация самых красивых и богатых людей. Также здесь есть комплекс, где вы можете приобрести себе квартиру. Также у нас здесь находится консульство Российской Федерации, где вы можете решить любой свой документальный вопрос, даже выйти замуж. В этом месте нет абсолютно никакого ощущения, что ты находишься в Таиланде. Здесь красивые яхты, мишленовские рестораны и, самое главное, люди, которые любят здесь проводить время. И это я, знаешь, такая вот тебе вот сказала, сейчас пойду мужчину найду. Сейчас найду, пойдем. Нет, директора этой яхты нет, там только рабочие, но, девушки милые, если вы в поиске, то вам определенно надо совершать променад каждый вечер, либо утром, потому что яхты отплывают рано утром и приплывают обратно вечером.